109 миллионов 887 тысяч гривен. С такой цены стартует тендер на реставрацию здания мэрии. По предварительной информации, электронные торги должны состояться 31 марта. Главное требование к подрядчику – закончить все ремонтные работы до 2023 года. За это время нужно отремонтировать фасад и крышу, заменить перекрытие и укрепить склон под зданием. Такой длительный срок работ специалисты связывают с большим объемом работы, ведь здание – это памятник архитектуры, построенный 190 лет назад. Напомним, что в 2019 году уже проводили похожий тендер на сумму 100 миллионов. Тогда победителем стала компания «Capital Жилстрой». Там предложили отремонтировать здание вдвое дешевле за 50 миллионов. Однако тендер отменили, победитель не предоставил необходимых гарантий.